Всем привет! Мы начинаем обзор новинок серии LEGO Technic 2015 года. Начинаем наши обзоры с вот такого небольшого наборчика 42032, компактный погрузчик. Ну что, распакуем его, посмотрим, что там внутри, соберем и малек поболтаем. На лицевой стороне коробки изображен наш погрузчик компактный. На обратной стороне альтернативная модель, это RATRAC или по-другому снегоуплотнительная машина, которая используется для выравнивания склонов. Открываем. Смотрим, на коробке у нас клапан. Открываем коробочку. Смотрим содержимое. Что здесь есть? Здесь есть две книжки с инструкциями. Три пакетика с детальками. Вот такие вот наклеечки маленькие. Два бима и ковш. В общем-то, деталей немного. 252 штуки. Ну что, давайте откроем наши пакетики. Деталей немного, поэтому даже такой начинающий стрекер, как я, может позволить себе их сыпать в одну кучу. Все равно не запутаюсь. Ну что, для наглядности и красоты мы раскидали детальки немножко. Сейчас начнем собирать. Из интересных деталей в этом наборе хочу показать вот такую вот детальку. Такая вот новенькая деталь. Ковш и безумное количество гусеничных траков. Ну, 64 штуки в наборе и 2 экстра детали. Любителям танков и прочих таких построек это будет интересно. Ну что, поехали! Вообще, я обратила внимание, что среди техник-строителей есть две категории строителей. Первая категория – это люди такие аккуратисты. Они все раскладывают сначала, все детальки по масти, по размеру. А потом уже начинают собирать. А есть такие, ну, раздолбайского типа строители, которые так не делают, которые все всыпают в кучу. И оттуда все потом берут и собирают. Вот я это раздолбайский тип обычно. Для вас я разложила все, но вообще я так не делаю. Мне как-то удобнее брать из. Я даже делаю не так. Я беру пакетики обычные, по размеру рассортировываю большие в один пакетик, маленькие в другой пакетик, мелкие в третий, и все. И в общем-то. И собирают. Ну, тут на вкус и цвет. Так не люблю эти мелкие. Тут еще приходится и по 2, и по 3 складывать.
Ну что, вот мы его и собрали, погрузчик. Смотрим, как выглядит внешне. Смотрим, что умеет. Умеет поднимать ковш, опускать и поднимать. С помощью вот такого механизма. Умеет поворачивать ковш. А еще пасть открывать и закрывать. Ну, так подъезжаешь, берешь так, что не захватываешь. Вот надо что-нибудь насыпать. По приколу. Посмотрим, как она работает. Покажем, как она в действии работает. Вот у нас тут есть горка деталей. Мы сейчас все откроем. Поднимаем, закрываем и едем. Вот такой у нас замечательный грузовик есть. Ай-яй, все сыпется. Так, вот мы его. Делаем. И все. Поехали за новой партией. Вот такой функционал. Ну что, функционал мы посмотрели. Очень веселенькая игрушка. Покажу, как работают гусеницы. Ну что, они крутятся. Ну, по поверхности тоже. Ну, по моей руке, во всяком случае, ездят. Приличное количество шестеренок в этой модели. Поначалу, когда я только вскрыла коробку, я даже, честно говоря, не ожидала, что они все мне пригодятся. Но на самом деле, они все ушли на постройку. Очень забавненько. В общем, набор как функциональный в плане деталей, так и в принципе очень прикольный. Мне понравился. С этой моделью все. Следите за нашими новостями, подписывайтесь на наш канал. Обязательно приходите в гости к нам в музей. Мы всем рады. Всех рады видеть, особенно новых посетителей, которые часто становятся нашими постоянными. Пока!